пришел полюбоваться на чудесное мгновение, как зажгутся праздничные огни на главной елке лучшего города на земле, нашего Витебска! Дорогие земляки, долго не буду тянуть интригу. Мы с вами вышли на финишную прямую празднования и начинаем эту финишную прямую, зажигая наше новогоднее настроение и все же зажигая нашу городскую, областную новогоднюю елку. Поздравляю вас с наступающим. Хочу вам всем пожелать домашнего уюта, мирного неба, теплоты, добрых отношений, чтобы в этот волшебный праздник каждый получил подарок такой, как он мечтает или надеется. Всего-всего вам самого наилучшего. Вечер, дорогие витебчане. Заждались, наверное, и детвора, и взрослые зажжения нашей замечательной елки, символа Нового года. Мы долго ждали, но тем не менее этот момент наступил. Поэтому желаю сегодня яркого праздника, хорошего настроения, крепкого здоровья и радости от приближающегося новогоднего торжества. Будьте счастливы, добра и уюта вашим семьям. Дом большой, он глядит в свое окошко. Заяц по лесу бежит, в дверь к нему стучит. Тук-тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Ну-ка, заяц, не зевай, лапу подавай. Прекрасным праздник будет! Ну и чтобы чудо произошло, нужно всем вместе пожелать. Готовы? Тогда всем вместе! Ну-ка, елка, улыбнись! Ну-ка, елка, заискрись! Скажем дружно! Раз, два, три, наша елочка горит! Здорово! Елка зажглась! Праздник случился! А ведь и веселиться может не только молодежь! Танцуют все! Let's go.